Всем привет! Сегодня очередная посылочка на тему квадрокоптеров. Пришла новая рама, решил собрать маленький квадрокоптер. Стоят, кстати, неспроста здесь вот эти коробочки и вот этот пакетик. Сейчас я про это тоже все расскажу. Значит, раму заказывал с сайта GearBest. Как мы видим, все запаковано отлично. Рама у нас вот такая. 170-я вроде от фирмы GPRC. Вот такая вся в пленочку затянутая. Прикольно. Первый раз буду такие рамы пользовать. До этого у меня их еще не было. И новый формат рамы. То есть он будет не как все, да, вытянутые, а будет вот таким вот крестиком. Так, давайте смотреть, что у нас в комплекте. В комплекте у нас инструкция в разборе, да, в разрезе. Так, что-то мне казалось, 170-я, тут что-то как-то написано размеры. Ну да ладно, будем собирать, посмотрим. В общем, показано в разрезе как, что, куда. И сам комплект. Кстати, прикольно, смотрите, уже идет XT60 проводочек, причем длинный. Несколько стяжек. Потом стяжка для аккумулятора, я думаю, прорезиненная, либо для камеры. Ну, наверное, скорее всего, кстати, для аккумулятора. Вот. Комплект винтов. Причем пару из них саморезы. Интересно, такой первый раз. Центральный крест для крепления ножек и самой основание самого, самой рамы. Распаечная плата. Давайте я буду скрывать то, что я в пакетиках показываю. Вот такая распаечная плата с двумя бегами на 5 и на 12 вольт. Так, наши лучи. Лучи должны быть 4-миллиметровые. Да, смотрите, лучи не тоненькие совсем. Вот такие лучи с тремя точками крепления. Так, и наши стоечки. Стоечки и пластиковые проставки под плату распределения питания и полетный контроллер. Стоечки, кстати, прикольные. Вот с такой нарезкой. Сейчас приближу. Вот с такими, я не знаю, узорами. Гравировкой, можно так сказать. Так, надо это все обратно засыпать, чтобы я не потерял. Так, все уже начинает терять. Так, так, так. Рамка для крепления камеры. Еще два луча и основание самой рамы. Так, есть, высыпал. На основе вот этого основания собираются рамы 170, 190 и 220. То есть у вас единственное меняются вот эти лучи. То есть они подлиннее и покороче. В общем, ничего больше не меняется. Значит, вот такие у нас. Вот это, наверное, вообще центральное основание, на которое будет ставиться вот эта красненькая наша штучка. Вот. Это у нас сама башенка. Кстати, на башенке есть гравировочка. GPRC. Вот так. И вот это, наверное, у нас уже площадка идет для камеры. На самом верху ставится. Толщина вот этой, наверное, платки где-то 1,5 миллиметра. Ой, 1,5 миллиметра, это и 1,5, и боковушек тоже, наверное, 1,5. Вот так вот это выглядит, если кому-то интересно. Все это карбон, и вот таких два усика, я так понимаю, что это ограничитель, чтобы камера у вас не вылетела. На вот это все я хочу установить вот такой полетный контроллер от Фоксера. Распаковочка уже была этой посылки. Это SP Racing F3 на процессоре F303.
Вот, и хотел поставить вот эти моторчики. Так, где-то я уже скрывал один. Моторчики от Racer Star 205, но 2300 кВ. И я вот подумал, что этого, наверное, будет маловато. Вот такие новые моторчики появились на Banggood. Вот. Ну, не знаю, я вот думаю, либо их поставить, либо поставить SkyRC, который... Ой, Sky... Как же они называются-то? Yamaha. Тоже 2205, но уже на 2600 кВ. Вот. Я вот думаю, что сюда поставить. Наверное, лучше все-таки 2600 поставить, чем вот эти. Но эти моторчики мы тоже будем тестировать. Кстати, к ним же едет еще... Вот к этому квадрокоптеру едут еще новые регуляторы. Тоже этой же фирмы. Racer Star. Вот, будем их тестировать. На, кстати, они на BL Heli S. На 20 ампер. Вот. В общем, сейчас магия монтажа. Я соберу и, наверное, уже... Наверное, дождусь сначала, когда приедет регулятор, все соберу и вам покажу, что у меня получилось. И я собрал квадрокоптер полностью, установил на него уже моторчики, винты, все установил. Значит, так, что у нас здесь? Ямаксовские моторчики на 2600 кВ, размер 2205. Вот, клевые моторчики. Так, регуляторы у нас стоят от Racer Star, новенькая фирма, но стоит уже прошивочка BL Heli S, так что, в общем, должно быть все хорошо. Я сейчас попробовал его настроить, вроде как бы все нормально. Вот, значит, так, что за мозг? Мозг у нас здесь стоит Lux, покупал на Banggood, в общем, ссылочка тоже будет под видео, да? Мозг немножко компризный, пришлось установить вот здесь, если, не знаю, будет видно, вон там такие стоят резиночки, потому что без резиночек его постоянно, короче, колбасило. Вот, надо обязательно ставить эти резиночки. Мне немножко не нравится этот мозг, так что, возможно, я его буду менять. Плата распределения питания стоит у нас здесь... Фу-фу-фу, не помню, как же она называется... В общем, какая-то плата распределения с LC-фильтром. Так, камера. Камера здесь стоит фоксеровская, новая. Конкурент Ранкаму, Свифту. В общем, камера неплохая. Ну, передатчик, в общем, какой-то на 600 мВт. Не помню, антенка у нас фоксер тоже стоит. Думаю, должно быть все отлично. Значит, поставил здесь вот немножко такой поролончик подложил, потому что хотел камеру цеплять, но так как здесь, смотрите, угол, да, вот если так поставить квадрик, ровно угол, наверное, 45 градусов камеры курсовой, и скорость просто вообще бешеная, я пока не могу на такой скорости летать, буду вот учиться, и, наверное, потом уже поставлю сюда камеру сверху и поснимаю на какой-нибудь Foxer тот же или на Ranqam. Вот на данный момент, думаю, все. Все ссылочки на комплектующие я укажу под видео. Кому понравилось, ставьте лайк. Кто хочет такую раму, под видео ссылочка. Ну, в общем, все. Всем пока.